Привет, бойцы! С вами Алекс Шарк Старанда, и сегодня у меня для вас хорошая новость. Сегодня вечером, буквально через час, мы начнем недельный марафон. А что за недельный марафон? Недельный марафон, где мы будем поднимать бронзовый аккаунт в Diamond на русском сервере по желанию зрителей. Многие задают такие вопросы: как выбраться из Алхэла, что для этого надо делать? Там многие говорят, что вот, я там бронза один, никак не могу выбраться в сильвер. Блеймить своих тиммейтов. Я вам докажу, что не надо блеймить своих тиммейтов, что вы можете добиться всего сами. И для этого и я устроил этот недельный марафон, чтобы показать вам и раскрыть для вас все секреты по поднятию элла. И дать вам советы и показать вам, как же можно выбраться из бронзы. И пока мы ставим планку, думаю, за неделю мы где-то выберемся из Bronze of Diamond на русском сервере. Коротко об аккаунте. Аккаунт дал один из зрителей. Я уже сделал ренейм, закинул сюда немножко арпишек. Куплю еще одного-два чемпиона. Думаю, куплю еще одну страницу рун. На данный момент тут три страницы рун. Тут есть классическая АД, классическая АП и квинты на Attack Speed, марки на АД, тут Armor и Magic Resist. Чемпионов тут в районе 70, если я не ошибаюсь, куплю еще пару чемпионов, буквально своих любимых. Какого-нибудь Ноктюрна, Фиора, может, тоже посмотрим. Также сегодня, буквально через час, 25 февраля в 5:30 вечера по московскому времени, мы начнем наш недельный марафон. Что это такое? Я буду каждый день стримить по 6, по 8 часов. Возможно, мы это время увеличим до 12, посмотрим, как первые дни пойдут. Где мы будем подниматься с бронзы, точнее тут аккаунт даже unranked, в Diamond. А MMR тут бронза прошлого сезона, этот аккаунт вроде был бронза 1, бронза 2 того сезона. Так что посмотрим. Пока я тут отыграл только одну игру, так посмотреть что да как. Так что всех жду. Посмотрим, мне кажется будет интересно. Так что заходите на стрим, не пропускайте. И всю информацию вы можете найти в группе ВКонтакте. vk.com/alexsharks. Давайте, ребята, увидимся на стриме.